Значит, хочу сейчас рассказать, какие бывают последствия после вакцинации. Я голубей, которых мы бросаем, ну это сейчас штук 15, я отсаживаю. Такое показалось, что срывается. Не, не срывается. Так, голубей, которых мы гоняем, я отсаживаю, как у нас есть такой карцер, кутузка. Вот сюда, это голуби, которые все, которые бросаются с руки. Молодежь, как правило, молодежь. Так, и вот уже после линьки пришла у меня голубка. Это моя была голубка и Витин желтый голуб. Голубка была бурая. И вот я ее, когда поймал, хотел кутузку посадить. Что я обратил внимание? Голубятни не поймать. Значит, на киле. Не знаю, видно, нет. Ну, буду так. На киле очень большая шишка возникает. Смотрите. Шишка очень большая. Воспаление такое. Не знаю, что это такое. Такое плотное. То ли кровопотек, то ли... Ну, в общем, большую шишку обнаруживаю на киле у этой голубки. Конечно, с такой шишкой летать. Но я думаю, что это от вакцинации. Ну, так и плохо показать, но это последствия, думаю, вакцинации. Шишка на киле. Шишка вот именно в этом месте, куда он их колол. Так что ей летать сейчас не очень. Уже вылинивает, видите, мы ее уже стали гнать. Иду, Инна, сейчас. Все, иду, я тебя жду. Так, ну все, жена пришла, на этом пока все.